Привет, друзья! Сегодня мы реанимируем, точнее возвращаем к жизни тандыр, который перезимовал, прячась под снегом. Это вот буквально неделю назад показалась его шапка, когда снег начал таять. Но сейчас очень аккуратно мне придется его вокруг обкопать, убрать снег, ну и постепенно будем растапливать. Главное, конечно, чтобы он не намок. Мокрый тандыр растапливать нельзя, нужно дождаться, чтобы он высох естественным образом. Ну вот, задачи очистить всю территорию дачного участка у меня не было. Поэтому копаем тут небольшой уголок и спасем из снежного плена тандыр. Он был накрыт большим полиэтиленовым пакетом. Ну и в целом неплохо сохранился за зиму. Сейчас будем разжигать. Тандыр почти готов, и в качестве первого весеннего блюда я хочу приготовить не шашлык, а решил сделать маленький эксперимент. Буду готовить рыбу. Из рыбы у меня есть, я так решил попробовать, всего две штучки приготовлю. Из рыбы у меня есть одна дорада, ну и я решил приготовить сибаса. Ну, к сожалению, у меня здесь не оказалось решетки для рыбы, поэтому я буду готовить в импровизированном таком мешочке для запекания. Буду делать его с помощью фольги и шампуров, которые шли в комплекте к тандыру. Ну давайте сначала начнем с дорадой. Примерно располагаю шампуры вот на таком шаге, чтобы можно было между вот этими двумя щелями. Что я буду делать? Рыбку вот так вот выкладываю, примерно соблюдая расстояние фольгой, аккуратно закрываю. Здесь сбоку пытаюсь хорошенько запечатать, чтобы рыбка никуда у нас не делась. Раз. Сверху тоже. Пусть так будет. И еще на раз, чтобы окончательно убедиться в том, что у нас рыбка никуда не денется. Это эксперимент. Рыбу купил. Девать ее некуда, поэтому решил зажарить. А забыл, что решетка у меня осталась в городе. Рыбка маринованная. Ничего я не стал туда добавлять. Попробуем, как она у нас получится. Примерно вот так она будет висеть. Здесь есть небольшой ход, если что, можно будет ее раздвинуть. Ну, и эти же самые действия сейчас мы повторим для тех, кто хочет сибаса.
Обе рыбки упакованы. Сейчас дождемся, когда прогорят дрова в тандыре. Ну и поместим их для того, чтобы они там запеклись. Посадил дед рыбку. Засекаем 15 минут. Шкварчит рыбешка. Прям тает вам. Смотри, погорела вообще. Какая рыбка. Ну вот, с помощью обычных шампуров, которые входят в комплект к любому тандыру амфора, можно приготовить практически любое блюдо. Вот мы даже запекли рыбу. Рыба получилась очень нежная, пропеченная. У нее нет корочки, конечно, зажаристой, как было бы на гриле, но и вкус совершенно другой. Мякоть отходит от кости. Что я вам говорю? Сделайте сами и попробуйте. Ну а я вас жду в наших соцсетях, ведь там мы будем делиться рецептами, которые мы будем готовить вместе с вами, будем готовить для вас. Также заходите в наши магазины Farnax, заходите на сайт farnax.ru, там можете заказать абсолютно все для того, чтобы приготовить вкуснейшие блюда и полезные блюда на природе. До встречи!